Выполняй реферальную программу по моей ссылке и прими участие в розыгрыше с общим призовым фондом от 150 тысяч рублей. Для этого нужно создать новый аккаунт в кораблях, зарегистрироваться в реферальной программе по моей ссылке в описании, прокачать корабль 6 уровня и сыграть на нем один случайный бой. И уже после 9 июня состоится розыгрыш, в котором ты сможешь принять участие. Все полезные ссылки находятся в описании под видео. Ребят, всех приветствую! Всех приветствую! С вами Левша. И как вы уже поняли, это Корм 2 Киберспорт. Наш пятый турнир. Из четырех турниров два мы выиграли, насколько я помню. Барбарики, а что за барбарики? Это нормальная команда? Барбарян. Так, Толян, смотри, на тебе двойную груз ответственности. Мы в прошлый раз выиграли, а тебя не было, и был Флайбер. Ты должен доказать, что ты лучший командир. А, ну здорово, или мы отсосем сегодня. Здорово, ну так себе настрой. У них чиф теперь не играет. Ну у вас чиф есть. У них два танка не играют, да, а я сейчас подъеду. Они мельницу выпушивают. А, да, по фокусу. Въезжаем просто. А им назад. А им попробуй засейвиться. Так уйдите просто вправо. Вон Леша подъехал. Фокусе, я сейчас подъеду. СБ может сразу. Хороший. Отъедьте немного назад, давайте я как раз подъеду. Отъедьте назад, а с ЕБР еще сзади. Я в танкую сейчас еду. Давайте с ТБ заберем. Давай. Я без колес. Я на 900 хп вы убьете? Да. Я буду по флоу. У меня БК нет. Вперед. Толик, вперед! Да. Он КД. Да ты за игру то зачем говоришь? Я чуть не обосрал. А, в игру, да? Бля, сорян, сейчас отключу. Блин, Левша, нельзя так сделать то, что ты сейчас сделал, это пиздец. Че? Ну ты просто остановился и поехал назад. Где? Не, я не назад, там я хотел по этой, вот где по низине проехал, тут. Чего? Сейчас объясню, подожди. Короче. Я себе погромче сделал, вы такие тихие почему-то у меня все. Не знаю, мне нормальный. Он уйдет. Может, давай стреляем. Давай коня стреляем, просто мы в ангар работаем. Я дал одному коню каток. Он без ремки будет, если дадите каток, он сдохнет. Все, он в ангар уйдет сейчас. Че он остановился? Я тоже как-то. А он сдох бы, если бы дальше поехал. Да, он и так сдох. Ну, видишь, не угадал он, получается. Получается, да? Ему надо было ехать уже, командир сказал, значит. Короче, ребят, я прыгать, ДВД. ДВД? ДВД. Куда прыгать, подожди. Походу, Battle Pass проходит на суперконтроле. Да, мне все. Поехал, еще один конь. После Левшака просто. Лилианс, едь дальше, я тоже хочу. Они думают просто, что еще Левшака пойдет. Ладно, пацан, 1 числа будет два танка. Ого. А какие? А мне помогут, на меня едут. Завтра. На меня Левшакаповцы едут. Ну, призовой, кстати, будет, я могу сразу сказать, за первое место уже 20 тысяч. Ого. Еще-то, да. О, надо играть тогда. Да, два танка, 20 тысяч. Только, может, те, кто выигрывали, уже не будут играть? Не, ну как так-то еще. А то ликвидаторы всякие. Задроты эти. Ну там, скорее всего. Там, скорее всего, Ликви и Станлок выиграл, потому что чувак очень, ну. Короче, настолько тупо полил с подставами, которые Станлок обогнал. О, подставы. Да, я тебе говорю, для меня на самом деле такая вот просто загадка. Они, ну, реально думают, что там дают такие тупые организаторы и не палят. Я понимаю, если ты делаешь настолько красиво, что не докопаться до тебя, да? То есть, ну, в теории такое же можно делать, ну, на опыте, можно, да? Вот. Получается, это бан аккаунта ему? Ну, вообще, в теории, я тебе так скажу, может получить и бан. Потому что... И бан. И бах. Играйте честно, и пацаны, бан. Не используйте подставы, да... ради бога. Не, тут знаешь как... Да, кудрявого слушать реально. Красиво, по идее, их можно делать, насколько я знаю, там чуваки, да, на опыте могут сделать. Но опять же, если будет пойман, во-первых, если это медийный чувак, это все минус репутации, то есть там будем топить прям всем силам, как говорится. Вот. А если такой чувак, ну просто будет ловить баны в турнире и все. Поэтому играйте честно. Так, мне тоже, говорит, Делюкс не зашел, да и актер, говорит, помидор, формат мафика. Это, знаешь что, вот, Толян, вот вопрос, а вот делать мафию Корм 2? Конечно, делать. А вот кто у нас может участвовать? Тебе перечислить, да, всех? Давай, вот прям список я составлю. Мне просто... друзья, мы с Флайбером общались и сошлись на том, что мы не сможем нормальный состав собрать. С вебками, со всеми делами. Давай. Ну давай, Левша сначала, да? Левша. Грани. Страйк, Трис,
5, получается, сантиметр 6. Страйк, сейчас, 3. Шотник 7. Подожди, я 8. Не торопись, подожди, я записываю сразу. Что, левша, грани, страйк 3, потом кто? Блять, я запутался уже сам. Левша, грани, страйк 3. А, 19 см ты говорил? 19 сантиметров, да. Потом шотник, да? Шотник. А он с вебкой будет? Ну, конечно, у него есть вебка. Окей. Он стримит с вебкой. Давай, Силик, да? Силик, ты будешь с вебкой? Ну, да, могу. Вот, Силик. Вильф. Анатолич, ты будешь с вебкой? Ну, наверное, буду. Ну, наверное, ли будешь? Ну, не знаю, через какое-то время, я просто переезжаю сейчас. Ну, то есть, когда... ты не буд... то есть мы собираем мафию без тебя, да? В теории могу. Ну, можно и так, но в теории я могу. Ну да, в теории. Найду ты... вариант, как это сделать. Окей, все, можешь, короче, да. Потом Вильф, да? Вильф. Ну, старый ведущий будет. Рулезик. У меня тоже вебка есть. В Рулезике есть вебка, да? Это хорошо. У Креспикса есть вебка. Ну, а тебе уже предостаточно. Рулез, потом 11, это Креспик, да? Да. Нидин. Стас. Нидин, вебка есть. Нидин тоже есть вебка, да. Нидин. А кто еще? Тонкий Стас может тоже. Зокс может тоже. Давай, Зух. Булкин. Да, блядь, все он актер. Булкин, да? Ну, мы актера пока не относили бы. Инвок может, наверное, не знаю, есть у него вебка или нет. Ну вот, мы тебя вообще, по-моему, весь корм перечислили. 14 человек перечислили. Ну вот, это уже, типа... Старый ведущий будет у нас. Тем более, никто же не запрещает, типа, кого-то добавить извне, например. Не, ну, типа, Мафию Корм 2, типа того. Так, а что ты говорил еще, Танки Стас? Ну да, по идее, в теории. Тоже. Он вроде... Ну, на теперь, теперь четверых надо выкинуть, Толян. Ты мне сказал, типа, насчитать, я тебя насчитал. Про выкидывать я ничего не говорил. Так, вот. А кто еще, вот, смотри. Ну, как бы в теории еще актер, он же Корм 2 тоже, да? Возьмем актера еще. Это 17 человек. А кто еще вот? А мы про Флайбера забыли, кстати. Флайбер, да, у него же есть вебка, есть. Я не знаю, есть ли у него вебка. У меня есть. Ой, им, а им. У меня даже микрофона нормального нет. Какая вебка? Ну, есть вебка, но она не понравится многим. Она нормальная похожа вебка, на то, что четко. Есть. Да, сойдет для мафии. Для мафии, если эмоции по... не прочитать. Биовульф, реально Биовульф. Ну купи вебку, чувак, ты деньги зарабатываешь, пипец. Офигенно. Охренеть, купи. Нормально. Купи вебку, ты деньги зарабатываешь. Не, ну... Душа, купи мне хату, ты же деньги зарабатываешь. Толян, ты... Чай, левша, ну, у тебя сравнение реально как это, или знаешь, или... Ну, у тебя неправильно сравнение, чувак, ну, сравни. Цена вебки 5000-6000 рублей. Цена... Ну, ладно, тогда купи мне вебку. Моя сломалась, да? Ну, если понадобится, куплю. Ой, блин. Подождите, мы пока ничего не сможем нормально выставить. Главное, чтобы Рейлин с позиции занял. Я заехал. Вильф, давай к нам быстрее, они будут кушать. Нет, они не кушают. Принимайте их четверо всего, вас больше. Нески, сразу, Нески. Вас больше принимайте. Я заберу Нески, назберу. Нески, заберите. Еще одного шотного добейте. Я КДФу. Шотных добивайте, они дальше проезжают. Я КД. Я КД тоже. Ну я тебя перепушиваю, тебе чего устали? Я КД. Шотных добивайте. Два шотных. Просто, алло. Два танка внизу шотных, 700 хп. Шотного сейчас доберу 200 хп. Круга две дала. Шотного добеждем? Нет, блять, я добью через секунду. Не, чувак, у них преимущество уже в два раза жестко. Как они жестко, что-то я не понял. Взорвали нас. Так а вы же вроде по фокусу вас больше было. Типа ИБР. Да, тут, короче, еще ИБР нахер. Я вообще ничего им не мог сделать. Да. Реально ИБР, поэтому нахер. Не, вот едут ромбом, я им вообще никуда пробить их не могу. Так, ну мы не вылетели с турнира, держу в курсе. Да, ребят, мы не вылетели с турнира, мы падаем в сетку лузеров. Если мы сейчас с замка переедем сюда, захват совками встанем. Внешку от них. Конечно, убить все равно. Так они просто могут сойти. Мы можем чифов убить. Сейчас чифы там поедут, надо ловить. Можете просто выстрелить сюда, да, сейчас. Туда помогать. Да, во, это что за фигня? Как он там оказался? А я вообще не знаю. Он сбивает его. Ну, можете кто-то дать ему? Взорвём, может быть, его. Ну, дали, но... Хорош! Я в жопу им пошел. Дима готовится вкатывать. Замок готовится вкатывать.
Вы там, по идее, должны сами убивать чувов. Там преимущество плюс ебар есть. Я на могу к вам Релинс, помоги, да и все. Я Релинс, не могу его пробить так. Блин. Размени его по максимуму. Может, совхак тебе то лямпа по-быстрому? Давай. Ну нам надо будет их убивать, Нет, их Биба, я справлюсь с ними, просто со своими пиздитесь. Биба, забираем их, короче, и все, едем нашим толповать. Надо их убивать всех. Дим, не получай, ты не свалишь. Свалю. Сможешь пробить ему дать Биба? А, ем, окей, заезжай в спину, окей, давай. Поехали. Так они нас... Пробил. Я заберу талян шотного заберу. Забирайте, берите базу. Сейчас будем хелповать вам. Я совком. Они меня фоксят. Сберите базу. Остановите строем на захват. Строем захват. Я помню, еще пожму. То ли дерись, строй на захват, то ли дерись. Да я и так дерусь, на мне захват. Че, берите базу, просто не подпускайте. Я живу. Размените Василика. Отстреливайся, чтобы они не доехали до базы. Чиф меня даст. Блин, доедут. Успеет? Да. Нам теперь не сдохнуть. Надо ехать вперед убивать. У нас по хп все плохо, чувак. Прям очень плохо. Не, вы не успеете их добить, даже по времени. И они вас не успеют. Ну, сейчас посмотрим, рандомно или нет. Блять, Биба, поедь попробуй, забери этого в этом в замке. Не успею. Может тут по хп как-то, я не знаю, с да нет, там хп по максимуму. Чиф врывается просто. Или а может по танкам, я не знаю. Массивные типы. Ну сейчас посмотрим, блядь, повезло нам или нет. Позже без дела, раньше, пораньше. Блин, я еще Рейленс в очко. Ну, или мы вылетели, или нет, да? Да? Я не думал, что они просто будут дрочить до последнего. Но они на ничью стояли специально. А как ебару нам в жопе вообще оказался? Для зрителей... А, так в смысле мы не прошли, блядь. Это сетка лузеров, алло. А, там сразу два ушли вылетают? Да, там сразу обе вылетают, Тима. Поражение было против команды Unity. А, ну все. Там нам обоим. Толь, пошли в ЛФ. Специально стояли против нас. Все. Да. Подожди. Нет, чуваки, сетка рандомна. Нет, Алена, они прошли, мы нет. Да? Да. Ну, везет. Короче, потому что в прошлой катке, на прошлом турнире одна команда два раза по ничье прошла. Понимаю. А, да, они куда прошли, у них Рейнджер, Юнити, они ждут кого-то. Куда ты выиграл бой, и при этом не проходишь круто. Ну, что теперь сделаешь? Ну что, мы вылетели сразу с турнира, все. Да, они ждут соперника. Да, я вообще вы можете не говорить, что мы подкрученные. Да, нам не подкручивают. ВГ забыли выкрутить, ребят. Не в ту сторону ползунок крутанули. Грустно. То, что проиграли, но ничего с этим типа делаешь. Всем, до завтра. Если вдруг что-то сегодня будет, сообщу.